Хочешь быть по-настоящему здоров, хочешь быть свободен от вредных привычек, лучшее решение всерьез подружиться с физкультурой и спортом. Это прекрасно знают юные физкультурники Славянска на Кубани и района. Они вступили в серьезную борьбу, чтобы выявить сильнейших в рамках соревнований краевых спортивных игр «Спорт против наркотиков». Центр спортивной подготовки «Олимпиец» звенел от радостных юных голосов. 23 команды славянских школьников прибыли сюда, чтобы принять участие в традиционных играх. Танцоры образцового детского коллектива хореографической студии «Славяночка» исполнили зажигательный танец для участников соревнований. Всех приветствовал начальник управления по физкультуре и спорту Славянского района Александр Прищепа. Мы неоднократно также выигрывали эти соревнования. Хотелось бы сказать, это ребята из 56-й школы хутора Брисахо, Славянский. Ну, то есть имеем опыт выступления. Я думаю, что и в этом году будем ставить высокие задачи, чтобы ребята выиграли. Ну, а значимость любые соревнования – это личный старт для ребят. Это эмоции, это соревнующийся этап начала учебного года. Соревнования стали традиционными и очень популярными. В них принимали участие школьники двух возрастных групп – старший и младший. Для того, чтобы выйти в лидеры, нужен самый боевой настрой. Настрой очень боевой, мне нравятся подобного рода мероприятия. Мне досталась очень достойная команда. Естественно, мы рассчитываем только на победу. Мы идем к ней. Вот. Мне все очень нравится. Ребята состязались весело, азартно, непринужденно, но этому, как правило, предшествует самая серьезная подготовка. Мы к этим соревнованиям очень долго стремились. Я не первый раз на таких соревнованиях, но и мы думаем, что хорошо выступим. Синхронные прыжки со скакалкой – соревнования зрелищные, интересные и вместе с тем не такие простые, как это кажется с первого взгляда. За минуту выступлений нужно перепрыгнуть скакалку как можно больше раз. Это нелегко. В том году мы были первыми, пошли дальше, краевых участвовали в соревнованиях. Сейчас мы участвовали в соревнованиях, то есть где прыгать на скакалке. Мы напрыгали 54 раза. Мы стремимся к победе. Командные лыжи требуют слаженности, тренированности, желания первенствовать. Если все это есть, победа вполне возможна. Мы приехали сюда защищать честь школы. Нас собрали как самых спортивных. И сейчас, на данный момент, мы прошли 3 эстафеты. Выступаем в полную силу, стараемся. И сейчас ждет последняя эстафета, после которой решится, пройдем мы финал или нет. От спорта мы получаем удовольствие, это веселое занятие и очень хорошо поднимает настроение. Завершились состязания комбинированной эстафетой. В прекрасном спорткомплексе ребята выступили с огоньком, получая искреннее удовольствие. Лидерами в своих возрастных группах стали команды 1-го лицея и 29-й школы. Они и вышли в следующий круг соревнований. И все же выигрыши все. Ведь они сделали большой шаг к здоровому образу жизни, отойдя от влияния улицы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».